Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Сегодня мы посмотрим очередную небольшую инди-игрушку в жанре хоррор. Это довольно-таки известная вещь. Первая часть игры «Дом». Как вы помните, где-то месяц назад мы смотрели «Дом 2», не путать с одноименной тупоголовой передачи по телевизору. «Дом 2» был страшный. Недавно мне кинули ссылку, оказывается, есть первая часть, что в принципе логично, раз есть «Дом 2», значит должен быть и «Дом 1». И вот я на него вышел, давайте смотрим. Так, и сразу безо всяких заставок мы попадаем в первую комнату. Что это? Типа кухня? Что делать? Это что у нас? Детский рисунок семьи. Я надеюсь, вы смотрите это ночью, потому что я смотрю, играю в 2 часа ночи, так что я думаю, будет занятно. По крайней мере, вторая часть была... Че упало? Вторая часть была... Мячик? Вторая часть была страшная. Какие-то детские смешки. Но здесь, как и в первой... Ой, да что ж там... Как и во второй части, тупо надо нажимать по несколько раз на одни и те же предметы и ждать, когда что-нибудь произойдет, я так понимаю. Ну ладно. Чё дальше, мячик? Мячик не нажимается. Давайте еще раз нажмем. Нет. Пока что не страшно. Ну как обычно. Кто-то сидит на подоконнике. Надо сказать, качество картинки по сравнению со второй частью гораздо хуже. Там как-то все это стало уже более такое экранистое. Упс. Мяч клопнул. В этом доме я так... Бля. В этом доме, я так понимаю, произошло что-то нехорошее. Вон голова летает по экрану. Ванна. Ванная комната. Так, что тут делать? Какие тут активные объекты? Вот что-то на зеркале. С днем рождения, мама. Мы знаем, что ты страдаешь от болезни. Но мы верим, что скоро ты будешь в порядке. Ладно. Давайте сдернем унитаз. Хорошо. Очень полезное действие. Что на полу лежит такое? Яд. Таблетки. Видимо, крысиный. Кто-то, видимо, таблетосов принял колес. Я тоже вас люблю, дети. Я вас не оставлю. Обещаю, обещаю. Ладно. Ой, кто это там стоит такой? А ванна у нас заполнилась черной жидкостью, и я думаю, что это отнюдь не нефть. Твою мать. Блин, хватит там отсвечивать. На записке уже ничего нет. Ладно. Да хватит там стоять. А чё, на унитаз ткнём? Ой, нет, нет. Нет, уйди. Уйди. Это у меня такой фейспалм был. Ну ладно. Ой, куклы, ненавижу кукол. Это чё, у нас кухня? Ладно. 5 марта. Кэнсер. Лечение рака. Кто-то раком болел. Видимо, мама. Ух, какая стрёмная кукла. Еще раз, что ли, ткнем на... Даже не знаю. На куклу. Или на этот. Что за звуки? Но пока что ничего не изменилось. Кукла. Вроде больше ничего тут нет, да? Ой, уйди, дура. Отлично. Что может быть лучше? Так, ну тут у нас все по-прежнему.
Ой, что-то, блин, неспокойно как-то. Мисс Мария С. Джули. Какая-то школьница. Какие-то опять странные звуки пошли. Блин. А доча повесилась, похоже, да? Играла с куклами и повесилась. Мы попадаем в жилую комнату. И здесь какая-то фотка, похожая на Говарда Лавкрафта, но это, по-моему, не он. Радио. Старинное. Нет, не он. Хотя похож. Блин, я надеюсь, вы это в наушниках слушаете. Хотя бы ночью. Ну что тут вообще? Тоже два предмета. О, радио заработало. Во второй части объектов, конечно, на экране было поболее. Здесь в каждой комнате по два, как правило. Чё ты пыришься на меня, отвернись. Во второй части было побольше объектов. Ой, жутковатая музыка эта. Что-то картина не то, да? Ух ты, там у нас что-то за картиной есть. Извините. Извини и прощай, дорогая. Я тебе обещаю, что всегда буду любить тебя. Что-то в этом духе было написано. Блин. Пистолет. Папашка чё, стрельнулся, что ли? Ладно. Ух. Ну, к таким приколам я уже привык. Уйди. Уйди. Просто уйди. А, ну да, папаша все кончил себе в лоб. Нормально. Коридор. Включим свет. Что тут делать? Выключим свет. Включим, что там на полу лежит. А, извиняюсь перед Богом за то, что я сделал. Я любил свою семью, поэтому я убил свою семью. Это единственная вещь, которую я могу сделать, чтобы быть с ними вечно. Ну, логично. Я люблю свою семью, я убил свою семью. Ладно. Как обычно, призраки гуляют вокруг. А кровь из тумблера. Ну, ничего необычного. Мы уже привыкли. Что-то капает. Ой, дура, уйди. Уйди, Альма. Альма, уйди. Ну ты не Альма, ну уйди, ну. Ой, кто выключил свет? А. Ой, ладно. В принципе, было прикольно. Не так страшно, как вторая часть, но несколько раз за прохождение я вздрогнул. Надеюсь, вы смотрели это ночью. Потому что я играл эту ночью в наушниках, это было довольно-таки душераздирающее зрелище. В принципе, все. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.